Всем здравствуйте! Сегодня вновь стихотворение Пухтина Алексея Николаевича. Зачем загадывать, мечтать о дне грядущем, когда день нынешний так светел и хорош? Зачем твердить всегда в ныне гнетущем, что счастье ветрено, что счастье не вернешь? Пускай мне суждены мучения разлуки и одиночество томительные дни. Сегодня я с тобой, твои, целую руки, и ночь тиха, и мы одни. О, если бы я мог хоть в эту ночь немую забыться в грезах золотых, и все прошедшее, как ношу роковую, сложить у милых ног твоих. Но сердце робко, привыкшее бояться, не оживет в роскошном сне, не верит счастью, не смеет забываться, и речи скорбные нашептывает мне. Когда я удалюсь, исполненный смущение, и отзвучат шаги мои едва, ты вспомнишь, может быть, с улыбкой сомнения мои тревожные моления, мои горячие и нежные слова, когда враги мои холодную толпою начнут меня язвить, и их услышишь ты, ты равнодушную поникнешь головой и замолчишь пред наглой враждою, пред голосом нелепой клеветы, когда в сырой земле я буду спать глубоко, бессилен, недвижим и всеми позабыть моей могилы одинокой, твоя слеза не оросит. И, может быть, в минуту злую, когда мечты твои в прошедшие уйдут, мою любовь, всю жизнь мою былую, ты призовешь на строгий суд. В этот страшный час тревоги, заблуждения, томивший когда-то эту грудь, мои невольные бессильные падения, ты мне прости и позабудь. Пойми тогда, хоть с поздним сожалением, что в мире том, где друг твой жил, никто тебя с таким самозабвением, с таким страданием не любил.